нравится. Инжекторная система – это представляет собой мероприятие по гидроизоляции холодного шва бетонирования между фундаментом цоколя и стенами цоколя. Расскажу я вам о инжекторной системе производителя GeoIsol. Значит, из чего состоит инжекторная система? Инжекторная система состоит из перфорированного шванчика вот такого синего цвета, видите, длиной не более 6 метров. С одной стороны шланг закупоривается затычкой, с другой стороны к шлангу через переходник подключается шланг для прокачки инъекционной массы. Зачем нужна эта инжекторная система? Монтируется она в холодный шов. Если вдруг не сработало мероприятие по гидроизоляции шва, такая там, допустим, как гидрошпонка или бетонитовый шнур, и подтекает стык цоколя с стеной, если установить на этапе бетонирования инжекторную систему, можно будет в любой момент приехать. Приходят специалисты со специальной аппаратурой и под давлением в этот шланг загоняют смолу, специальный состав, который герметизирует холодный шов. Если не потребовалась герметизация и все-таки шпонка отработала как нужно, как ей положено, можно никакую смолу не закачивать. Это, так сказать, мероприятие, предотвращающее впоследствии какие-то ошибки по гидроизоляции. Значит, монтируется инжекторная система. Значит, перфорированный шланг монтируется скобами. Шаг скоб не должен превышать 250 мм. Обязательно при установке инжекторной системы необходимо соблюдать перехлёст наших перфорированных шлангов. Перехлёст обычно примерно 200-250 мм. Перехлёст как на концах шланга, так и, соответственно, в местах прокачки его.